Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, у нас новый дракон недели, это Хиппи, и вывести его вполне себе несложно, это лава плюс конфетка. Довольно-таки несложные дракончики, и лава, и конфетка, ну конфетка чуть посложнее, конечно, но получить можно довольно быстро. Так, я на данный момент приступил к выведению императора. Свет плюс тень, использую я джунгли плюс демон. Вот такая вот у меня комбинация. Ну, а чаровница комбинация. Огонь плюс чернобронный. Так, в общем-то, вот здесь у меня 8 часов что-то выводилось. Блин, телефона под рукой нет. Не помню, сколько там у нас комбинаций какие. Но это, в общем-то, лучшая комбинация, которая возможна. Так, а сейчас у нас идет, как вы знаете или не знаете, ребятки, у нас идет карта. Гонка, клановое событие. Давайте мы сейчас ускорим пирожок. Давай, пончик точнее. Так что, ребята, давайте, у нас 2 дня, надо ускориться. А то мы что-то как-то даже не на втором месте. Это непорядок. О, нет, мы уже на втором месте. О, ребята, только утром сегодня писал, мы были на 4-м месте. Да, мы на самом деле можем и 1-го обогнать. То есть давайте поднажмем, ребята. Давайте поднажмем и 1-го обгоним. Так. Так что друг другу помогаем. Кто что просит, вот здесь вот даем. Ну, в чатике, кстати, у нас уже все выполнено. Все друг другу помогли. Это хорошо, ребята. Это важно. А мы сейчас, кстати, тоже приступим к карамбольчика. Получим еще одного. Я решил сейчас, у меня, кстати, новое, ну так, не стратегия, а новое желание. Я подымусь опять в лигу 600+. У меня уже есть как бы 2 сильных дракона 45 уровня. Потому думают, ну там хотя бы, ну не 5 боев подряд, как я сейчас могу выполнять, но что-то в районе того будем пробовать выполнять. Минус 15, ну в принципе можно пробовать. Давайте пойдем, нам нужно сделать еще один бой, чтобы получить нашу награду. Возьмем факела. Здесь у нас уже 40-е на все 4 звезды, а то и выше дракончики попадаются. Смотри, да, 1 40, 2 40. Ну тут как бы да, то есть осень и факел здесь пройдут, а вот уже там ягодка, ну вы сами понимаете, 40-е, ну то есть там только совместными усилиями. Ой, чихнуть-то хочется. Очень, смотрите, как покоцали факела сильно. Ну да, тут будет довольно тяжело на 600 кубках. Ну ладно, посмотрим, может там как бы, если что, опущусь обратно, это не проблема. У меня уже довольно много насобиралось разных усилений, поскольку я уже, наверное, пару месяцев ими не пользуюсь. Ну, они зато довольно быстро освобождаются. Вот и факел, и осень. Ну, хотя, наверное, после того, как он получил урона больше полужизни, это займет около 2 часов. Выполнили задание. Давайте смотрим. Ну, один осколочек. Мне, кстати, недавно попадалось довольно большое количество этих осколочков. Так, давайте сейчас попробуем взять... А, мне вот тигрика. И вместо осени возьмем малинку. Ну, сейчас пойдем попробуем выполнить бой вот такой нашей командой. Ну, если что, будем брать какие-то усиления. Так, ну вот такой, например. А, горяченький чаек. Так, на самом деле это очень хорошее усиление, хоть оно и обычное, наравне с ядом. 48 уровень. Так, это делается вот так. Ужас-то какой. Не, ну 48-й, это жесть. Надеюсь, дальше там вообще легкотня какая-то. Это минус 16, ребята. Тут даже и осень, и факел вместе взятые могли бы полечь на поле боя. О, ну тут уже попроще.
самоуничтожились. 40-й на 3 звезды. Ну что ты будешь делать? Так, у меня усиление, да, я не подбирал. Здесь какие были, такие были. Ну, 3 звезды. Это много. Архангел, наверное, 2 удара не выдержит. Да, не выдержит. Но самоуничтожились, это хорошо. Так. Что у нас теперь? 21-й. Ух, ну с трудом мы прошли. Но там еще не добрались до 600 кубков. А уже так тяжело. Ну, что-то мне кажется, что придется мне опуститься обратно, чтобы выполнить 5 боев на 300 кубках. Будет повеселее, чем 2-3 боя на 600 кубках, мне так кажется. Вот наша осень. Ну, набираем полный фарш, если вдруг что кому понадобится. Так, так, так. Посмотрим, что у нас есть. Кстати, стоять назад. У нас осень, зелень легендарная. Что у нас по пустоте? Ух ты, почему у меня так мало редких этих? Так, легендарная у меня, эпическое одно легендарное усиление. Есть вот такие 10 редких. А вот это мгновенно теряет 60. О, давайте возьмем вот такое еще усиление. Так, пока что идет все хорошо. Минус 16, да? Так, сорокет идет. Ну, здесь мы разберемся без проблем. Весна. Практически всю жизнь за один раз мы сняли. Так, да. У нас сегодня, у меня 20 марта. И за окном минус 7 и снег лежит. Еще идет снег. Прекрасное начало марта. Так, ну здесь у нас какая-то легкотня идет. Блин, ничего себе, церемонный выдержал. Ну-ка. Крепыш. Так, давайте вот так сделаем. Ну и 34-го, я думаю, мы с одного удара легко положим. Сейчас посмотрим, сколько будет освобождаться факел, у которого было 30% жизни оставалось. И вот у осени практически вся жизнь была использована. И Санна-Мария против нас играла. Так, редкая. Так, ничего толкового. Вот так. Ну, нам еще чуть-чуть осталось, мы перейдем в следующую лигу. Но, к сожалению, сражаться нам сейчас неким уже. Так, ягод. Смотрите, 1 час для факела. Осень 2 часа. 2 часа тигр. Ну, вот получается, ягодка получила мало урона, да? 1 минутка остается нам. Ну, давайте, может, нам минус 17 кто-то попадет. Минус 15, это даже не вариант. Минус 16. Ну, для одной ягодки точно не хватит. Во, блин, минус 17, но тут 37-й, настолько звезд. Не потащим. Не затащим, ребята. Так, ладно, пусть он остается здесь. Давайте сейчас мы тут пока... Так, а подождите, у нас же, ребятки, наверное, будет дракон на прокачку.
Конечно же, ребята, монах, как я и обещал. Мы его купили, выиграли, купили в подземелье. И давайте его прокачаем. Следующий на у меня будет зомбик. Будем собирать на зомбика. 67 для эпика мало, но сойдет. Лучшего там не было, так сказать. Так, 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 так. Так, я что-то выполнил. Отлично. Тунь-тунь-тунь. И давайте будем его кормить. Он у нас как буддийский монах, он все чувствует, ему не нужны глаза. Так, его нужно вообще-то в пустоту разместить. Жилище пустоты. Вот, 15 уровень. Да, ну, кстати, он, да, он в этих бусах таких, вот в шальке такой красненькой. Точно буддийский монах. Еще в этих табуреточках, ну, то есть Китай-Тибет, в таких вот табуреточках. Там у них такая обувь была, цокотушки. Ну, такие вот показатели на 15 уровне. А давайте-ка мы тебя, подождите. Есть ли куда тебя двигать? Нету куда двигать, да? У нас тут получается все занято, да? Давайте сейчас посмотрим. Так, у нас здесь металл. Металл, пустота. Ну, да. Все-таки нужно, чтобы было как можно больше жилищ, как можно большего равного, так сказать. Так, здесь ветер, металл, да. Ну, тут некого перемещать. Так, так. Сделаем ревизию сейчас наших жилищ. Может, что найдем интересное. Так, вот еще у нас есть тут. Так, принц у нас тут гуляет, младенец. Давайте посмотрим, кто у нас здесь. Ты у нас кто? Челюсти. Необычный. Агент, но эпики, агенты у нас эпики, у нас он не один, но эпиков мы будем оставлять все-таки. Ну и рок тоже необычный. Ну, ладно, пусть пока так будет. Туманы у меня есть точно не один, он обычный. Так, туманы, давайте сейчас посмотрим, сколько у меня туманов. Туманчик, туманчик, ветер, 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 ветер. У меня два туманчика, потому я думаю, этого мы просто продадим. Он обычный. Пусть место не занимает. Будем повышать ранг наших дракончиков. Но этот пусть пока тут потусуется. Пусть пока будет тут. Но если чуть что, мы его сразу отсюда переместим. Так. Сейчас зайдем, глянем, сейчас сколько у меня осталось каких осколочков. Так, я выигрывал осколочки. Вот этих. Я отличных осколков выиграл там, не знаю, штук 10, по-моему. 35 у меня теперь. И, кстати, я кого-то даже уже могу, наверное, куда-то качнуть. Давайте сейчас... Не-не-не. Легендарные. Давайте смотреть. А, ну это только да. Если бы можно было качнуть кого-то на... На в третий уровень, но, к сожалению, мне не из моих нужных качать некого. Но нужен четвертый, а этих осколков мне до сих пор и не попалось. Не попалось. Так, не туда, не туда, не туда. Я вот сюда хотел зайти. Кубки. Посмотреть кубки. Что дается? Смотрите, вот если мы на 300 кубках, нам дается вот гарантированно один хороший осколочек. Там 11 сносных, 1 средний. А здесь дается 12 сносных, 1 средний,
один хороший и вероятность получить отличный. Один отличный. То есть даже здесь мы не можем получить там великолепный кусок. Великолепный кусок можно получать только уже в пятой лиге выше 1000 кубков, а тут нужно иметь драконы, ну, под 60 уровень. Вот такие вот дела. Давайте сейчас тогда заглянем еще на карту. Может, там что-то где-то один боечек какой-то с вами сделаем. 50-е. Да, нам сейчас тут наваляют. Так, самая важная часть фестиваля — паломничество к башне света. Так. Разгоним викингов, чтобы тут можно было безопасно пройти. Я думаю, сейчас нам тут люлей дадут. Безопасно, и все. Тигр не выдержал даже одного удара. Хотя классика мы и так бы добивали. Отхилялся, гаденыш. Выжил. Выживет все равно же. Так, нет, пусть уже все. Добьется так. Так, ну вот уже да, мы тут на своем пределе. Больше... Дальше нам очень трудно будет двигаться. Так, никогда не думала, что мое первое паломничество к башне света будет преследованием сердитой викинской мамаши Гунгильды. Лучше поймать ее, а то это паломничество станет последним. Вот на этой нотке, ребятки, мы и закончим нашу сегодняшнюю серию. Так что всем спасибо, кто смотрел, и до скорых встреч. Всем пока.